Новая модель камеры видеонаблюдения ActiveCam 8121 имеет антивандальный корпус и степень защиты от погодных воздействий IP66, что позволяет использовать ее как на улице, так и внутри помещения. Максимальное разрешение камеры 2 мегапикселя, и она транслирует видеопоток в реал-тайме. Для улучшения картинки на борту присутствует функция широкого динамического диапазона 120 дБ, антитуман, область интересов AOI. Пользователь может выбрать объектив под свои задачи. Доступны объективы с фокусным расстоянием 2,8 и 3,6 мм. Для ведения съемки в сумерках или полной темноте модель оборудована ИК-подсветкой, дальность которой достигает 20 метров. И самое главное, камера более чем доступна. За подробностями заходите на наш сайт, ссылка в конце ролика и в описании. Питается камера как через Ethernet-разъем по POE, также есть разъемы для блока питания 12 вольт. Есть разъем USB, к которому можно подключить флеш-накопитель объемом до 128 гигабайт. Камера облачная, подключается к сервису видеонаблюдения Trasir Cloud. Подключив камеру к облаку, можно просматривать ее в любой точке земного шара, был бы доступ к интернету. Спасибо за внимание, ставьте большой палец вверх этому видео и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!